Но еще раз повторю, что если мы не будем сами развивать себя, то мы будем все время вот на разрыве между этими, у них разные подходы. Но это ведет, понимаете, к следующему, что с одной стороны мы сегодня сталкиваемся с колоссальной помощью американской агентуры внутри России, которая внушает руководству страны, что все рассосется, все будет хорошо, вы только ничего не делаете. Вот не надо ничего делать, оно все само собой рассосется, будет хорошо. Вот, там, ну, когда нас сожрут, значит, вы поймете, что это типа не так уж и плохо. Да? Могло быть и хуже. Не заметите. Да, не заметите. Вас проглотят, да. Это лобби очень агрессивное. Оно сейчас активно поднимает волну синофобии, начинает нас пугать Китаем и так далее. Значит, с Китая идет другой, так сказать, посыл. Угу. Да, давайте вместе дружно работать по созданию инфраструктуры и прочее. Но когда мы смотрим инфраструктурные проекты, получается между Китаем и Европой. А мы где? Мы что, просто место между Китаем и Европой, что ли? Поэтому для того, чтобы не быть разорванным, необходимо научиться управлять своим развитием. Мы раньше умели это делать и в царские времена, и в советские. И сейчас мы можем это делать. У нас для этого есть и понимание закономерностей, и знание того, как это нужно делать с точки зрения планирования частного государственного партнерства в современных условиях.